Костюм подошел? Да. Карман зашит, кроссовки на 2 размера больше. Можно я сниму кроссовки? Если не боишься простудиться, мне кажется, пол здесь холодный. Я вынужден извиниться за своего заместителя. Я действительно просил тебя проверить, но калечить тебя команды не было. Ничего. Я согласна на материальную компенсацию. Разумеется. Кстати, а какая у тебя ставка? 200 000. За человека? За решение проблемы. Человек или волк, мне без разницы. Хорошо, я буду платить тебе 1 000 000 за то же самое. Мне важно, чтобы мои люди ни в чем не нуждались. Видишь, я тоже помогаю решать проблемы. Да, я в курсе. Хорошо. А значит, что плохо? Плохо, что мы почти ничего о тебе не знаем, кроме того, что тебя, скорее всего, зовут не Ева. Мы, естественно, проверили все твои документы и отпечатки пальцев, и ничего. Вот почему мой человек был на тебя так зол. Что вы хотите знать? Ну, для начала... Давай познакомимся. Можешь называть меня Саша. И хочу тебе сказать, что ничто тебе здесь не угрожает. Что еще, Саша? Откуда ты родом? Кто тебя обучал? Я никогда не поверю, что в твои годы можно работать на таком уровне, и за тобой никто не стоит. Мне нужна бумага и ручка. Хорошо. Володя! Принеси бумагу и ручку. Яблоко. И яблоко. Какой сорт? Вкусное. Вкусное! Службы безопасности. Это они настояли, чтобы тебя полностью переодели. Извини. Спортивные костюмы выдают всем твоим гостям? Нет, только тем, кто представляет опасность. Тебя еще недостаточно проверили, поэтому... Поэтому и место для встречи выбрали в последнюю минуту. Чтобы не было возможности подготовить теракт. У меня, как ты, наверное, догадываешься, много врагов. Я никого не убиваю. Да, ты имеешь в виду собственными руками. Я наслышан об этом. И мне импонирует твой стиль. Поэтому я тебя и нанимаю. Нам нужны такие люди. Да, еще вот что. Я бы не хотел, чтобы это делали мои охранники. Прости, но я вынужден об этом просить.
Простите, вы что, хотите, чтобы я себе что-нибудь отрезала? Я все-таки не настолько садист. Нет, просто сними гипс. Александр, у меня перелом. Я знаю, но это условия службы безопасности. Они вообще не хотели, чтобы мы встречались наедине. Я пообещал, что ты сделаешь это, как только войдешь. Что не думаешь, у меня там что, камера? Они говорят, что гипс и пластид внешне очень похожи. Пластид? Чтобы взорвать пластид, нужен детонатор. Ну, детонатор может быть миниатюрным. А такого количества пластида достаточно, чтобы здесь вылетели все окна. Это гипс. Мне наложили его только вчера. Отлично. Может быть, он еще не успел схватиться? Он схватился. Повторяю, мне очень жаль. Ты же хочешь на меня работать? Да. Здесь 500 000. Как только выйдешь отсюда, получишь всю необходимую медицинскую помощь. Если тебе неудобно, я могу вызвать врача. Не надо, я сама. Если бы не требования службы безопасности, это обезболивающее. Но они горькие.
мыты. Так помойте сначала. Идиоты. Что, экономите на канцелярских товарах? Ну что, не пишет? Пишет через раз. Возьми мою. Золотая. Золотая, подарили на юбилей. А тут недавно пропала. Я подумал секретаршу и уволил. Угу. Через месяц нашел сумки. Угу. Секретаршу назад взял? Да нет. Новую нанял. Она все равно с работой плохо справлялась. Вот, казалось бы, простая задача. Принеси ручку и яблоки. Приносит сломанную ручку и немытые яблоки. Найми других, которые будут приносить то, что нужно. Курьеров найти не проблема. С надежными людьми беда. Если есть достоинство, недостатки можно потерпеть. Верно? Зачем тебе столько охраны? Толпа в коридоре, толпа на улице, на водителя в бронежилет. Охрану пришлось увеличить после покушения. Еле живой остался. Да. Поэтому всех новых людей тщательно проверяют и телефон отбирают, подозрительные звонки глушат. Ты меня нанимаешь, чтобы я нашла убийцу? Убийца уже найден, и тот, кто их нанял, найден. Нет, легкими задачами я тебя нагружать не собираюсь. Всю биографию писать? Да нет, наверное, не всю, ну, не знаю, имя, фамилия, отчество, год рождения, место рождения и настоящие паспортные данные. Для отдела кадров? Или другого отдела. Или ты хочешь устроиться официально, с трудовой книжкой? А вам как надо? Нам все равно, можем придумать для тебя должность. Значит, ты Валентина. Валентина Матвеевна. Там все написано. Боль прошла? Почти. А ведь мы с тобой земляки, оказывается. Угу. Я когда-то в твоем городе на химическом заводе работал. Я знаю, директором. Мой отец тоже там работал. Да, интересно. Кем же? Инженер-нормировщик. Но вы вряд ли его знали. Ну да, нормировщики там в другом здании сидели. Я туда редко заходил. Ну что ж, при случае передавай привет. Не могу в номер. Прости. Давно? 7 лет. Я уже к тому времени в Москву перебрался. А рисовал он так же хорошо, как ты? Нет, он рисовал лучше меня. Ну, а где обучалась ты? Образование высшее? Незаконченное. Что, разочаровалась в профессии? Родила ребенка. А, вот как. Большой уже? Большой. А муж кто? Мужа нет.
Яблоки нравятся. Разговор мне не нравится. Когда мы перейдем к делу? Когда мы проверим, что ты написала правду. Ну, а у кого училась-то? Скажи, пожалуйста. Ну, вот то, чем ты сейчас занимаешься. Руба Голдберга знаешь? Изобретатель? Художник, скульптор. Он много чем занимался. Ну, Голдберг умер еще до того, как ты родилась. Он придумал машину, которую потом назвали его именем. Сооружение из разных предметов, которые вертятся, падают, приводят в движение другие предметы, чтобы в конце концов достичь какой-нибудь пустяковой цели. Нет, я знаю, что такое машина Голдберга. Я просто не понимаю, какая связь между тобой. Мой отец обожал конструировать такие машины. Меня увлек с детства. Мы придумали штуку, которая переворачивала блины. Поилку для цветов, чтобы можно было надолго уезжать из дома. А в институте я по такому же принципу получала пятерки по предмету, который не учила, или выставляла декана дураком. Я подключала к процессу своих однокурсников, правда, они не всегда понимали, что делают. Интересно было наблюдать, как простые поступки приводят к непредсказуемым последствиям. Да, любопытно. Ну, вот тебя и проверили. Быстро. Надеюсь, наконец, служба охраны вздохнет спокойно. Значит, я могу называть тебя Валей. Лучше Евой. Почему? Валя тоже хорошее имя. Послушайте, Саша, может, мы закончим с прелюдией? Зачем я тебе нужна? Есть одна проблема. В торговом центре, которым я владею, произошел пожар. Погибли люди, в том числе и пожарные. Слышала. Хорошо. То есть хорошего, конечно, мало. Виновный был найден и понес суровые наказания. А несколько дней назад всплыли факты. Выяснилось, что наказан был невиновный. Ну что, ты хочешь, чтобы я нашла настоящего виновного? Не совсем. Я хочу, чтобы другой человек оказался виновным. А твоя задача – доказать, что никаких сомнений в ее виновности нету. Он работал в торговом центре? Человек не имеет никакого отношения к торговому центру. В этом-то и трудность. Я же сказал, легких задач я тебе не буду поручать. Придумай, как их связать. Если ты хочешь его подставить, есть другой, лучший способ. Я хочу, чтобы меня больше не беспокоили. Я хочу, чтобы тема торгового центра была закрыта навсегда. Это все? Нужно подставить одного человека? Тебе мало? Выполнишь эту работу, я поручу тебе другие дела. Отдыхать будет некогда, поверь. Это простая работа. Есть еще поручение? Простая? Ты шутишь? Я знаю этого человека, за ним масса грехов. Улажу все за день, он сам во всем признается. Мне нравится твоя самоуверенность, но, может быть, не стоит опережать события. Я не люблю заниматься одним делом, предпочитаю объединять цели. Послушай, сделай сначала это. Если тебе нужен один день, пожалуйста. Послезавтра встречаемся, я с тобой расплачиваюсь и даю новое задание. Меня пытали, сломали мне руку, привезли сюда, раздели, сняли с меня гипс, потому что кому-то померещилась бомба. И все это ради паршивого клочка бумажки. Это очень влиятельный человек. Да, для тебя может быть. Но для меня это не работа, а поди вытряхни половик. А я думала, что ты пригласил меня сюда ради серьезного дела. Это и есть серьезное дело. Пожалуйста, отнесись к нему соответственно.
А что вы хотите, чтобы ваш клиент сел, а потом через несколько лет вышел на свободу? Нет, он не выйдет из тюрьмы, об этом позаботятся совершенно другие люди. За отдельную плату? Послушай, пусть тебя это не волнует. За те же деньги я могу устроить так, что зэков привлекать не придется. Ты имеешь в виду несчастный случай? Нет, этот вариант мне не годится. Мне бы хотелось, чтобы мой клиент страдал. Тогда дайте мне еще имена, другие. Я из них выберу человека, который идеально подойдет для пожара. А вашего заставлю страдать, как вы хотите. Не уверен, что так будет правильно. Мне кажется, надо сосредоточиться на одном деле. Знаете, способ, как убить сразу двух зайцев? Дать зайцам пистолет. Чем больше вы поставите задач, тем выше кучность. Все люди объединены тонкими нитями. Порвете одну, упадут двое. Хорошо. Я дам тебе имена. Не надо ничего писать. Бумага тоже документ, я запомню. Бражин Никита, депутат. Говорит, что достал на меня компромат. Так. Мне бы хотелось, чтобы ни компромата, ни его самого больше не было. Так. Кириллов Владлен, министр топливной промышленности. А он-то в чем провинился? Очень много болтает. У меня есть другой кандидат на эту должность. И еще. Татьяна, моя бывшая жена. После торгового центра можешь заняться ей. Или наоборот, как на твое усмотрение. Ну, хватит пока. Запомнила? Депутат, министр, жена. Все? Можно идти? Да. Все в порядке? Угу. Я распоряжусь. Тебя отвезут в больницу, наложат новый гипс. Не надо, я доберусь сама. Куртка? А мне не холодно. Все в порядке, она свободна. Я тоже скоро иду. Знаешь, как одним выстрелом убить двух зайцев? Дать зайцам пистолет. Чем больше ты поставишь задач, тем выше кучность. Все люди связаны тонкими нитями. Порвешь одну, упадут двое.